Крупная ссора была уже за 5 лет? Ну, конечно, не одна, ну как без ссор? Ссоры были. Без ссоры, мне кажется, не может быть тоже нормальных отношений. Ну, согласна. Главное, чтобы какой-то был после этого разговор, который выведет все, ну, то есть все, что нужно сказать, нужно сказать. Мне кажется, уметь разговаривать потом? Да, после ссоры? Да, вот это самое главное. Ну, то есть я вообще всегда все говорю. Я не могу молчать.